Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотели бы поступить на прием, чтобы взять справку. Для чего? Для того, чтобы вступить в наследство. Что значит для чего? Нет, я просто спрашиваю, в какую организацию вы принесете. Скажите ребеночку, чтобы не нажимал. Чтобы получить гробовые деньги. Человек выписан. Нет. Сначала нужно выписаться, звоните по телефону, записывайте. К вам невозможно дозвониться. Нет, невозможно. Вот мы можно записать, допустим, завтра и когда. Можно сейчас записать. Нет, мы пишем на следующий день. Возможно, завтра отменят режим самоизоляции. В бухгалтерии подать свидетельство о поверхности. Копия есть? Да. Подожди, а кому выписаться порада? Если она же может... Мне тоже нужно выписаться с ребенком. Нет. Его нужно выписать. Ну, выпишите, пожалуйста. И выписать. Я не могу вас звонить по телефону, записывайтесь, тогда мы будем. Я вам объясняю, 3 дня звонили вам. И не могли. Вы звонили в выходные? Зачем? Нет, а когда? Нет. Ну вот люди, то что я вы сегодня вам звоню с 9 утра. На приеме. Спросите, как они в приеме? Спросите, как они записались? Слушайте, сколько у вас сегодня сидит на приеме? Стоп, у нас этот прием по записи. Скажите, ну, ни одного человека нет. На приеме. Молодой человек, покажите. Да, покажите, у нас 4 человека всего. Причем у нас всего прием ограничен. Сколько у вас людей на приеме? На меня, Саша? Молодой, подскажите, как вы дозвонились? Дайте я сфотографирую, сколько людей на приеме. А при чем здесь фотографировать? Так, стоп. Скажите, на послезавтра можно хотя бы записать? Я говорю, 4 человека. Дверь, пожалуйста. Дверь, закрой, что там сфотографирую. Почему вы не можете на послезавтра записать? Да, вы если мы не дозвонимся, почему вы не записываете? Мы записываем на следующий день, понимаете? Но я сегодня уже звонил, уже нет записи на завтра. Ну мы не можем всех принять. Пожалуйста, обращайтесь в МФЦ. Ну так с утра уже нет записи, вы понимаете или нет? Нет, мы запись ведем с 9. Один человек у вас на приеме, вы не можете сделать. На завтра уже нет записи. Записано. Ну покажите, люди. На завтра. Запись на завтра. Я сегодня звонил, на завтра нет записи. Нет, мы не можем всех сразу принять. А когда вы успели записать тогда на завтра? Если я с утра уже звонил. В пятницу. А, на завтра? Да. Сегодня утром. Сегодня во сколько? Девять часов. Да я звонил. С 9 утра у меня звонить невозможно. Все люди, которые потому стоят, все звонят. Я хочу, все я пришла лично. Я имею прийти лично. В паспортный стол имею право. Так, обратиться в режим самоизоляции. Закончен. Нет, открыты закончен. Летние веранды, открыты спортзалы, паспортный стол на сайте у вас нет. Работает у нас с 9 сайта. До 17. Вам открыть интернет и показать? Нет. Интернет у вас. Откройте, пожалуйста. Я вам сейчас